Нижняя палата парламента Таджикистана рассматривает поправки к закону РТ об ответственности родителей за воспитание детей, согласно которым родители, отправившие своих детей в зарубежные религиозные учебные заведения, будут привлечены к ответственности. Поправки к закону были обсуждены на заседании правительства страны в конце прошлого месяца, пишет Радио Зади со ссылкой на собственный источник в парламенте. Нарушителям данного закона грозит крупный штраф, однако сумма штрафа еще неизвестна. Напомним, что МВД Таджикистана в ноябре текущего года опубликовало число граждан Таджикистана, которые якобы незаконно обучаются в исламских институтах за рубежом. Их число составило 289 человек. Эксперты отмечают, что власти страны сильно озабочены тем, что молодые люди получают исламское образование вне рамок государственной программы.

Напомним, что режим Рахмона в последние несколько лет активизировал борьбу с религиозным возрождением в стране, применяя для этого все возможные способы. Запрет на исламское деяние, запрет ношения бороды, запрет совершения хаджа до 40 лет, закрытие тысяч мечетей и молельных комнат и так далее.